Пап, мне пора. Вызов первый. На перекресток Рузвельт и Келли. Время 12.21. Это близко. Лейтенант, вы с Тарреллом, берите вторую машину и езжайте за нами. Поехали. Первая выехала к перекрестку Рузвельт и Келли. Лейтенант, приготовьте все пока. А ты будь рядом. Не отходи никуда, да, сэр? У нас уже полный зал. Видишь? Одна машина на рельсах. Да ты что? Да, дело плохо. Это десятая. У нас двойное столкновение. Возможно, кого-то зажало. Одну машину вынесла на рельсы. Предупредите диспетчера, чтобы он остановил все поезда. Руки, ты со мной. Да, сэр. Пошли, ребята. Вы двое проверьте машину и доложите мне. Карман, проверь пассажира. Так, отошли от машин. Я капитан Хольт, пожарная охрана. Мы приехали помочь. Помогите, пожалуйста, я не могу выбраться. Где у вас болит? Ноги. Пожалуйста, помогите мне. Все в порядке, мы поможем. Так, где еще больно? Шея. Прошу, помогите. Мы вас вытащим, все будет хорошо. Пожалуйста, не бросайте меня. Не оставляйте меня умирать. Обещаю, я не уйду. Все будет хорошо. Капитан, она жива, но не реагирует. Готовьте носилки. У тех все нормально, повреждения незначительные. Этих придется доставать. Сэндерс, помоги Харману. Проверьте, нет ли утечки. Да, сэр. Мэм, скорая уже едет. Я никуда не уйду. Хорошо. Вы услышите очень громкий звук. Это мы просто пытаемся поскорее вас вытащить. Хорошо. Все будет хорошо. Капитан, по-моему, я слышал поезд. Диспетчер, Рузвельт Коммон, у нас машина на путях. Предупредите диспетчера остановить все поезда. Рузвельт Коммон, в настоящее время мы не можем связаться с диспетчером. Нет, у нас нет времени. Быстрее, нам надо вытолкнуть ее отсюда. Давайте. Я не хочу умирать. Не хочу. Взяли, толкаем. Капитан, она не поддается. Мы ее поднимем. Где цепь? Уэйн, прицепи ее. Поезд идет. Капитан, времени нет. Ладно, бери спереди. Поднимаем на счет три. Один, два, три. Еще раз. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Спасибо, Господи. Спасибо. О, Боже, спасибо тебе. Как ты?
Дай мне минутку. Я побил рекорд. Так близко к смерти я еще никогда не подходил. Больше так не делай. Я сейчас не собирался. Не говори моей жене. Лейтенант, да. Такое ведь не часто случается, правда? Рискуем жизнями мы часто, но вот под поезд бросаемся впервые. Вы разве не боитесь умереть? Хотя я и знаю, где я окажусь, но не хотелось бы оказаться там только потому, что тебя переехал поезд. Заходи как-нибудь на ужин. Капитан, подождите минутку. Вы знаете, куда мы все движемся? Я в свою часть. Нет. Вы верите в загробную жизнь? Не знаю. Когда я умру, то меня зароют в землю. Там я и останусь. Знаете, вы с Майклом оба так уверены, но один из вас не прав. Только не я. Откуда ты знаешь? Послушай, ты, может быть, с ним не согласен, но мы оба понимаем, что он герой.